16 сентября в Центральной городской библиотеке имени Горловского состоялась встреча, запланированная в рамках проведения проекта «Мы выросли из сказок». А где, как не в библиотеке, знают о сказках все. Ну, или почти все. Современные дети скорее чаще обращаются к нам, когда с подачи именно бабушек, дедушек и родителей. То есть в основном они, конечно, бегут к тому, что им известно. Это вот мультфильмы различные, да, то, что сейчас вот на слуху, по телевизору. А именно бабушки и дедушки и мамы, они направляют их на те сказки, которые читали в детстве. Те же самые фольклорные русские, народные, какие-то, может быть, зарубежные сказки, братьев Гримм, допустим, да, или современных советских писателей, это Осенний, Маршак, Толстой, то есть вот именно с подачи взрослых, потому что дети, к сожалению, сейчас не видят этого в таком большом масштабе, да, чтобы они могли сориентироваться и сразу заинтересоваться. Ребенок не только читает сказки, которые хорошо известны, и русские народные сказки писателей, как классиков, так и современных, но он может и придумать свою сказку. И вот этот проект «Мы все выросли из сказок» как раз и предполагает то, что ребенок, взрослый, он может придумать свою сказку, а потом сделать вот то, что придумал, как мультипликационный фильм. И вот этот наш совместный проект, мне кажется, очень интересен людям разного возраста. И дети, и взрослые, и целые семьи могут почувствовать, насколько сказка богата, насколько сказки помогают понять мир, помогают понять жизнь, какие-то ситуации, в которые мы попадаем. Встреча проводилась в формате мастер-класса по созданию анимационных сказочных персонажей. Участниками мероприятия стали третьеклассники 11-й школы и студенты среднего и высшего звена в ГИК. Провела мастер-класс старший преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики, доцент Сергиево-Посадского филиала в ГИК Любовь Хоботова. Помогали малышам создавать героев будущих сказок студентки второго курса отделения анимации. Также ребята посмотрели уже созданные и представленные в проекте анимационные фильмы молодых авторов. Со всеми работами можно ознакомиться в интернете. У нас создан уже сайт, специальный сайт для этого проекта. И на этом сайте уже размещено огромное количество сказок. И, соответственно, пополняется без остановки количество этих сказок, пополняется пополняется, знаете, такое. Взрослые начинают делиться информацией о том, как они рассказывают своим детям сказки. Сказка изучается со всех возможных сторон, и с политической, с экономической, и с психологической, со всех сторон, потому что в сказке мы находим основу для всего. А самое главное, проект этот, он настраивает ребенка и взрослого на то, что все возможно в этом мире. Вот это вот очень важно. Материал, который был создан на мастер-классе, планируется запустить в следующий этап проекта. Визуализация с помощью кино и анимации. Елена Георгиева, Сергей Власов. День города.